Всем привет! Сегодня готовлю быстрый пирог к чаю. Это очень вкусный пирог, пористый и воздушный. Готовится очень просто. Все перемешиваем, заливаем в форму и ставим в духовку. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем 200 грамм сахара и взбиваем миксером 1-2 минуты до побеления. Можно просто растереть венчиком. Отмерим 300 грамм муки, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем. Добавляем к взбитым яйцам 1/4 чайной ложки соли. Вливаем 250 мл молока и перемешиваем. Теперь добавляем постепенно 300 грамм муки с разрыхлителем и перемешиваем до однородности. Вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Снова перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом, у меня диаметр формы 26 см. Переливаем тесто, разравниваем. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой. Готовый пирог извлекаем из формы, дадим ему немного остыть и можно подавать к чаю. Я срезаю верху пирога, смазываю сгущенным молоком и сверху посыпаю крошкой, которую я сделала из обрезной верхушки. У нас в семье привыкли пить чай с различной выпечкой, и такой пирог очень часто выручает из-за своей быстроты в приготовлении, вкуса и доступных ингредиентов. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!